Peggy 16. Ты единственная девушка в этом городе, которая ради айфона пойдет на все. Но у тебя все еще Samsung S3. Ты лошара. В нашем городе айфонами барыжит только Таня Крюк, но цены у него пипец. Я думала, Android норм. Ты что, с ума сошла? Это полный отстой. Даже у меня 5S. Ты реально хочешь украсть айфон у самого опасного барыги? Лол, удачи. У Крюка очень серьезная крана. Неужели ты пойдешь на это ради селфи в туалете? Верните мой айфон! Если ты его оставишь, тебя найдут по GPS. Ну, я могу попробовать перепрошить ценой отключения фронтальной камеры. Ой, все! Кстати, сходи к китайцу на блошиный рынок, он может тебе помочь. Краденым не занимаемся. Назови цену. 100-500 миллиардов. Я что? Похоже на ТП? Вообще-то да. Симулятор отжима мобилы будет доступен в мае.